В России вступили в силу новые правила оформления больничного. Листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде. При этом бумажный вариант остается. Его можно оформить по предъявлению документов, удостоверяющих личность. Но для электронного потребуется еще и СНИЛС. Что касается больничного по уходу за несовершеннолетними детьми, то по срокам он не ограничивается, но оплачиваемый период составит не более 15 дней. Если болеют несколько детей сразу, то на них оформляют один электронный больничный.